Готовим оригинальное варенье из винограда с грецкими орехами. Сочетание очень вкусное. Виноград делает варенье очень ароматным, а грецкие орехи пропитываются сладким сиропом. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить варенье из винограда с орехами. Виноград лучше всего подойдет без косточек, небольшого размера. Такое варенье одинаково хорошо подойдет для овсянки и для блинчиков. Виноград 500 грамм. Сахар 200 грамм. Орехи 120 грамм. Вода 40 мл. Количество порций 10. Подготовьте все ингредиенты. Виноград помойте, переберите. Отделите ягоды от веточек. Соедините сахар с водой. Варите сироп до полного растворения сахара. Залейте горячим сиропом виноград. Перемешайте и оставьте на 8 часов. Переложите виноград в кастрюлю, снова доведите до кипения. Проварите 10 минут, затем снимите с огня. Оставьте на 4 часа. Грецкие орехи крупно порубите. Добавьте в варенье. Проварите его еще 5-7 минут на медленном огне. Разложите готовое варенье по чистым стерилизованным банкам. Закройте крышками.